Салчевска. А вы российский військовослужбовець? А при чем тут? Ну, вы российский военнослужащий. Я с Донбасса. Вы с подразделения ДНР? ЛНР. ЛНР? Ну, ЛНР, блядь. Подразделение ЛНР. Лугандония. Ага. Понятно. А с какой целью вы сюда прибыли воевать против Украины? Я не воевал и не стрелял. Нас собирают там, кто пьяный там идет, и заставляют подписывать это типа добровольцы. Если не подпишешь, бьют. Какой обычно вы... текают все, как и я, 5 раз текал. Какой они ловят. Части вы? Это Волчевский? Да. Ну, 4-й бат, который разбомбили вы. Да вы все там разбомбили, молодцы. 4-й батальон, а воинская часть какая? Что, какая воинская часть? 4-й батальон возле Зручного стоит. Зручное такой магазин. 9-этажка рядом еще, одна подъездная. Сколько людей там? А что были, вы разбомбили их, вывезли на Уралах мертвых. У меня тогда там не было, кстати. Что еще? И 3-й бат вы разбомбили, 10-ю школу. Что еще? Что еще сказать? Сколько людей на позициях находится? Откуда я знаю. А как вас завозят на позиции? Как? На Урале. Как? Со стороны Кременной? Да я что, местный Кременной? Я в этом не соображаю даже, откуда завозят, с какой стороны. Я в Кременном был только 10 лет мне было с матерью в дом отдыха. Что еще спрашиваете? Фамилия, имя, отчество? Самосват Александр Анатольевич, 73-го года, 18 июня. Сколько мы уже мобилизированы? Ну, меня забрали 3 августа, пьяного. Мы были на полигон там. Мы это пошли с другом, мыли кастрюли, короче, в эту... Как она называется, блин, обозники вот это. На кухне помогали. Потом нас кинули в ремроту напротив пивзавода. В ремроту тоже разбомбили. Вот. Там это мазуту там вытирали. Ну, короче, помогали ремонтировать. Вот. Потом пацаны, вот эти, что с 4-го бата. Наш. Ну. Бег его позывной, потом наш этот зампотех по полигону, они все уехали воевать под Лисичанск, их там всех поубивало, вот. А он мне перед как ехать сказал, будь в резерве, сиди дома. Я месяц в сентябрь просидел дома, вот. Потом думаю, что это долго месяц, звоню в зампотеху. Они лежат с Беком раненые. Бег в грудь раненый, броник не одел, вот, грудь раненый. А зампотех бедро там ему раздробил. Они оба в больнице лежали. Вот. Я говорю, я не понял, я месяц сижу дома, я в Сочах. Он говорит, нет, ты в резерве, не переживай. Что еще? Фамилия зампотеха? Я не знаю. А позывной? Ну, Серега его зовут, и все. Позывного нету. Что еще?